За 20 лет в Казахстане спасено более 300 тысяч человеческих жизней. Итоги работы в честь Дня спасателя, который отмечается 19 октября, подвел замминистра внутренних дел Владимир Божко. Он также отметил, что Казахстан проводит регулярную работу в гуманитарном направлении. В этом году страна оказала помощь 11 государствам на общую сумму более миллиарда тенге. Заместитель министра рассказал о существующих проблемах. По словам Владимира Божко, несмотря на проводимую модернизацию в Казахстане, до сих пор невозможно отладить систему локального оповещения граждан о предстоящем ЧС.